Всем привет! Это канал Thornhill Live. И мы на фестивале EpicCon, который проходит в Санкт-Петербурге сегодня и завтра. Здесь весело. Здесь делаю я. Обычно мы одни из организаторов этого фестиваля. В этот раз я представляю здесь свои книжки. Ну, вы знаете, что знаменитая писательница любовных вампирских романов. И сегодня я даю здесь автограф. Сейчас мы пройдем, и я покажу, где это я. Это же есть коктейльная. Зрители уже запустили. Очередь стоит. Был по пункту, не ко мне, пока не ко мне. Ну ничего. Так, сейчас мы попробуем войти в зал. Стенды. Там еда. Да. Меня запустили. Сейчас я попробую поснимать. Что мне просили снимать? Снимаю. Еще я сейчас попробую развернуть. Вот сцена. Здесь, собственно, будут ходить косплееры. Народ постоянно постепенно подтягивается. Фея стоит. Меня просили снимать помедленнее. Ну, извините. Утюнюшки. Магазинчики. Здесь игрули. Фандомания. Наша любимая. Стенд Миядзаки. На стенде Миядзаки стоит Настя. Настя, помаши Джексону. Помашите зрителям нашего канала. Вот, это стенд Миядзаки, если вы захотите, вот тут есть. А Тотар есть! Тот там Тотара есть! Так. Надо сходить посмотреть на Тотара. Тут есть Тотар. Тотар есть. Все, канон. Ой, там еще всякие штуки-дрюки. Прекрасно. Идем по залу дальше. Просто идем вперед. Стенд по магистру дьявольского культа. Это ждет меня. Так, ну что, крутимся в Алиа. К моему.
наш год. Там еще что-то. А тут я не была. Это аллея косплея. Тут должно быть знакомое. Итак, возвращаемся, собственно, к нашему барану. Тоже стикерочки. И вот мы здесь. Итак, я возвращаюсь, собственно, к своим богатствам. Своей книжечке, потому что пока я бродила, тут уже какая-то толпа народу меня искала. Соответственно, для вас я хочу сказать больше, что два дня я буду здесь. Давайте автографы на своей книжке. Приходите, заберите свой экземпляр книги. И я буду очень рада видеть вас в субботу. С вами был канал Normal Life с Эпикон. Я. Ваша любимая, знаменитая писательница, любовник вампирского романа. Совсем забыла. Подписывайтесь на наш канал, лайк, шер, подпишитесь.